Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами дошли до 93-го псалма. Этот псалом исполняли левиты в храме в 6 дней недели, ибо на 6-й день на Всевышний завершил свое творение и воцарился над ним. То есть это как бы такой вот укрепляющий, завершающий был такой псалом. 93-й псалом произносят, чтобы победить соперника, в первую очередь в судебных каких-то таких прениях или еще что-то. Этот псалом также читают вообще перед тем, как предстать перед судом, чтобы победить в споре, в суде и так далее. Читается этот псалом, он считается, что оказывает большое, хорошее воздействие. Точно так же, как это псалом еще и просьба о смягчении наказания. То есть, когда человек что-то или чувствует на небе, против него что-то есть, он знает за что, или вообще в земном судебном разбирательстве кого-то просьба о смягчении наказания, всегда помогает этот псалом. Но вообще суть, главная суть этого псалма, это псалом грядущего времени, когда власть Всевышнего уже откроется на всем на земле, и поэтому действие его особое. И в нем закодировано и одно имя Ашема под названием, одно из 72 главных имен, которое называется Таке. Мы знакомы с этим именем, когда Моше Рабейну убил египтянина этим именем, когда увидел, что тот избивает еврея, это известное отрывок истории. И вот это имя, оно как бы убирает все плохие силы, негативные. Поэтому, кстати, как убивал Моше, он не бил его палкой или чем-то. Он убрал, посмотрел на него, произнес это имя, убрал все негативные силы, а так как тот состоял только из негативных сил, то ничего не осталось, и он умер. Что еще? Это имя, Раават пишет, что это имя помогает беременным женщинам укреплять плод, особенно когда там, у них нет склонны к тому, что может быть проблема, помогает тем, кто с трудом верит, что может забеременеть, тем не менее. Поэтому еще раз говорю, беременным склонным к выкидышу или женщине, которая не может зачать, это великолепный псалом, он считается одним из самых сильных. Кроме того, считается, что данный псалом дарует защиту всем, кто находится в дороге. Особенно чтение молитвы помогает морской дороге, там морская дорога, тем, кто совершает путешествия по воде и так далее, просто необходим этот псалом. Ну вот, пожалуй, все. Браха вэцлаха.